Здравствуйте, я Дерек Уокер, пастор Библейской Церкви в Оксфорде. Мы все еще разбираем курс под названием «Основы христианства». В нем мы изучаем истину, упоминаемую в послании к евреям, 6 главе, где сказано. Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания, основополагающие принципы. Их всего семь. Первые обращение от мертвых дел. Второй — вере в Бога. Третье учение Четвертый — крещениях. Пятый — о возложении рук. Шестой — о воскресении мертвых. И седьмой — о суде вечном. Сегодня мы сфокусируемся на четвертом принципе, а именно на крещениях, в частности, о крещении во Святой Дух. Эти доктрины названы основополагающими, потому что они должны лежать в основании нашей веры до того, как мы сможем перейти к другим истинам. Невозможно установить крышу дома, пока не будет выстроен нижний этаж. Итак, перед тем, как перейти к более высоким истинам, нам нужно узнать, понять и принять, основополагающие истины. Иначе мы будем просто не готовы к высоким истинам. В предыдущих стихах в послании к евреям основополагающие истины названы молоком. Перед тем, как перейти к твердой пище, Каждый человек должен научиться пить молоко. То же касается и Слова Божьего. Слово Божие — это наша пища, и нам следует вначале усвоить молоко, а потом уже переходить к мясу. Сегодня мы поговорим о молоке Слова, о крещении в дух в частности. В послании к евреям сказано, это 5 глава, 12 стих, «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями». Но вас снова нужно учить с первым началом Слова Божия. И для вас нужно молоко, а не твердая пища, или мясо. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в Слове правды, потому что он младенец. То есть мы начинаем как духовные младенцы. И только осваивая слово праведности, мы становимся более зрелыми, готовыми к приему мяса, Потому что твердая пища принадлежит только зрелым христианам, которые уже приняли и практиковали молоко Слова. Такие люди постоянно практикуют Слово Божие. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Иными словами, пока вы не начнете принимать молоко, вы не сможете нормально принимать твердую пищу. Вы будете либо неправильно понимать ее, либо неправильно принимать ее. Поэтому очень важно, чтобы мы были утверждены в этих основополагающих доктринах. Именно этому и посвящена данная серия программ. Сегодня я хотел бы поговорить о крещениях. Обратите внимание, что здесь сказано ⁇ Крещение ⁇ а не крещение. В Библии есть три основополагающих крещения, которые должны произойти в самом начале христианской жизни, как это показано в деяниях апостолов. Мы видим, как только люди спасались, они сразу же принимали эти три крещения. И это должны быть примеры и для нас. Также следует помнить, что слово «крестить» означает «погружать» или «погружение». Иногда люди думают, что крещение — это любое крапление водой. Но нет, это погружение. Первое крещение, о котором мы уже говорили, — это крещение во Христа. Первое крещение — это когда мы принимаем Христа. Библия говорит, что Дух Святой крестит нас во Христа, и мы становимся частью тела Христа под главенством Христа. Для этого вам нужно принять Христа как вашего Господа и Спасителя. В первом послании Коринфянам, 12 главе, 13 стихе, сказано так. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Итак, здесь сказано, что креститель — это Дух Святой, а носитель или вещество, в которое мы погружаемся, — это Христос. То есть, мы крестились во Христа и в Его тело. В послании к Галатам, 3 главе, 27 стихе сказано, «Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Итак, как только вы приняли Христа, вы крестились во Христа. И Христос своим Духом вошел в вас. Это новое рождение. Это вы были помещены во Христа. Это также означает, что теперь внутри нас обитает Дух. Он входит в наш Дух и воссоздает его. Хвала Богу за это. Итак, во время спасения мы приняли Его Дух, чтобы Он обитал в нас, и этот Дух напрямую связывает нас со Христом, нашим главой. А также Он связывает нас друг с другом в теле Христа. Это прямая духовная связь. В послании Ефесянам, 4 главе, 4 стихе, сказано так. «Одно тело, и один дух, как вы призваны к одной надежде, ваше вызвание. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех. Итак, это крещение во Христа единственное крещение, которое должно быть у всех верующих. Но, как я уже сказал, крещение три. Однако это не означает, что все верующие автоматически получают все три крещения. Одно крещение мы все же разделяем, и это основополагающее крещение — Крещение во Христа. Есть два других крещения, но верующие не получают их автоматически. Все зависит от их веры и послушания. А если они получили неправильное учение или стали жертвой церковных традиций, то могли и не принять другие два крещения. Другие крещения — это водное крещение, крещение в дух. Это внешние выражения и проявления основополагающего крещения во Христа. Крещение номер два. Мы уже разбирали в этой серии. Это водное крещение. Водное крещение путем полного погружения велено всем христианам, чтобы публично показать и внешне продемонстрировать наше крещение во Христа и все, что произошло с нами в результате спасения. Итак, в водном крещении мы свидетельствуем или провозглашаем то, что Бог уже сделал в нашем духе, когда мы крестились во Христа. Мы отождествились со Христом в Его смерти, погребении и воскресении. Погружение в воду — это символ смерти и погребения вместе со Христом. А поднимаясь из воды, мы воскресаем вместе со Христом. Во время спасения смерть погребение и воскресение Христа были применены к нашему духу, и мы были рождены свыше. Мы стали новым творением во Христе, и во время водного крещения мы свидетельствуем об этом. В этом случае крестителем является человек, вещество, в которое мы крестимся, — это вода. А вот третье крещение, о котором мы поговорим сегодня, — это крещение во Святой Дух. Хотя во время спасения мы уже приняли Дух внутрь нас, есть такое явление, как крещение в Дух, цель которого — это наделение силы для служения и для того, чтобы быть свидетелем. Когда мы становимся христианином, последователем Христа, мы также перенимаем его миссию а его миссия это спасение души создание новых учеников. И все наши дары мы должны посвящать Богу для исполнения этой миссии. А для этого нам нужно наделение Божественной силой. В этом и заключается смысл крещения во Святой Дух. Если мы любим Христа, то должны желать исполнять Его миссию, то есть великое поручение. Именно поэтому мы и здесь. Бог мог забрать нас на небо сразу после рождения свыше. Но у нас есть миссия. Великое поручение по спасению душ и созданию новых учеников Иисуса. Мы с вами завербованы для исполнения этой миссии. Возвращать людей к Богу. И для этого нам нужна Его сила. Мы получаем ее через крещение во Святой Дух. В крещении во Христа мы получили благословение Божие для нашей личной жизни в общении с Богом. Мы соединены с Богом через Дух, который внутри нас благодаря подчинению господству Иисуса Христа. Но затем идет следующий шаг. Подчинить Христу нашу душу и тело, чтобы получить Его сверхъестественную силу для исполнения Его воли на земле. А именно... Быть Его свидетелем. Цель крещения в Дух ⁇ принять силу, чтобы быть плодотворными в исполнении великого поручения проповеди Евангелия. Крещение в Дух ⁇ это исполнение второго аспекта благословения Авраама. Бог сказал Аврааму ⁇ Я благословлю тебя и сделаю тебя благословением. Первый аспект благословения ⁇ это благословение нашей собственной жизни. Дух Святой в нас. Он делает нас святыми, и мы приносим плоды духа. Еще мы благословлены тем, что имеем общение с Богом. Но еще Бог хочет сделать нас благословением. Бог желает, чтобы вы доносили свое благословение до других. Именно в этом смысл крещения во Святой Дух. Это похоже на сотворение человека. Когда Бог создал человека, написано, что Он вдохнул в человека свое дыхание. Это благословение. То есть, в тот момент Он был благословлен. Но затем в 27 стихе сказано, что Бог провозгласил что-то над Адамом. Вначале человек был создан по образу Божьему, и Бог вдохнул в и дыхание жизни. Это было благословение или первая часть благословения. Но затем сказано, «И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею. То есть благословение состояло из двух частей. Вначале человек был благословлен внутри. Но затем благословение Божие сошло на него, которое дало ему способность размножать себя и быть плодоносным, а также нести благословение другим. И через благословение Адама появились мы с вами. Мы получили жизнь путем передачи этого благословения. Точно так же в новом творении Бог вначале благословил нас внутри, во время нового рождения. А также Он желает наделить нас силой, чтобы мы были благословением, то есть, чтобы мы могли идти и размножаться. Именно в этом состоит великое поручение. Грубо говоря, Бог велел нам идти и умножаться, наполнять землю через проповедь Евангелия всем людям, делая учеников во всех народах. А затем он говорит, «Я дам вам мою силу, силу Святого Духа для этого». Не пытайтесь сделать это без моей силы. Получается, что крещение в Дух — это Божье наделение силой, благословение на нас чтобы мы были благословением и передавали другим Божью жизнь и благословение через Евангелие. Первый аспект благословения — это Дух внутри нас, соединяющий нас с Богом и с Его жизнью. А второй аспект благословения — это Дух на нас. Это Его помазание или сила на нас для исполнения Его миссии Идти и размножаться по всей земле. Обратите внимание, как это благословение было передано или высвобождено Богом. Он сделал это, произнеся слова жизни. Он сказал, плодитесь и размножайтесь. Так же мы передаем и высвобождаем благословением. Итак, нам нужно принять силу свыше через крещение в Дух, а затем мы передаем благословение Духа другим через слова проповеди Евангелия. Таким же образом, мы имеем состоящее из двух частей благословения. Мы получили благословение, а также силу быть благословением для других. Во время крещения во Христа мы приняли это благословение Духа Божьего внутри нас. Так мы родились свыше. Но есть вторая сторона, когда мы принимаем силу свыше, чтобы быть благословением, исполнив великое поручение. Слава Богу! Бог желает, чтобы мы были наполнены Святым Духом не только внутри, но и на нас. Потому что мы не можем прожить христианскую жизнь и быть свидетелями Христа своими силами. В Деяниях 1.8 Иисус сказал, ⁇ Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. Нам нужно, чтобы Дух Святой сошел на нас, а не только был внутри нас. И только так мы можем позволить Богу наполнить нас Святым Духом. К этому я хотел бы вдохновить вас этим видео, чтобы вы открыли свое сердце и попросили Бога наполнить вас своим Святым Духом, но не только для того, чтобы у вас были мурашки на коже от силы Божьей, но у этой силы есть предназначение исполнения великого поручения вам нужно посвятить себя исполнению Божьей миссии. Пусть исполнение великого поручения станет вашим главным приоритетом. Рассказывайте Евангелие и учиться других, создавая новых учеников Иисуса. Посвятив себя этому, попросите у Бога Его силу, чтобы вы смогли это осуществить. И вы узнаете, что Бог будет очень рад сделать это для вас. Но зачастую мы хотим получить эту силу для себя, а не для того, для чего и вправду она предназначена. Нам нужно прийти в согласие с Божьей целью, и тогда нам будет просто принять Его силу сегодня. И в следующем выпуске мы сфокусируемся на крещении в Дух. Крещение во Святой Дух — это внешняя демонстрация того, что произошло с нами в результате крещения во Христа когда мы получили дух внутри себя. В крещении в дух мы принимаем Дух Святой на себя чтобы мы могли свидетельствовать и служиться. Принятие Духа в Писании состоит из двух частей, и это неоднократно показано в деяниях апостолов. Вначале, во время спасения, мы получаем Дух внутрь, а позже мы получаем Дух Святой на нас, чтобы мы были благословением. Итак, тот же Дух, который мы получили во время спасения, хочет еще и сойти на нас и облечь нас своей силой. Иными словами, есть два принятия Святого Духа. Одно внутрь, а другое на нас. И нам нужно принять его в обоих случаях. И сейчас, а также в следующей программе, я хочу показать вам из Писания, что есть такое явление, как крещение во Святой Дух после принятия Иисуса. Мы рассмотрим это в хронологическом порядке, как Бог открыл это в Писании. Во-первых, Ветхий Завет указывает на состоящее из двух частей обещание Святого Духа. В Ветхом Завете этого не было. Для этого нужно было наступление Нового Завета. Нужно было, чтобы пришел Христос и заплатил за это своей кровью, а потом привел в действие через свою смерть и воскресение. Это обещание святого названо обещанием Отца. Отец обещает дать нам Дух Святой в двух аспектах. Итак, в Ветхом Завете было обещание Святого Духа из двух частей. Во-первых, Дух Святой внутри всех верующих. В Ветхом Завете этого не было. Люди не были рождены свыше. Внутри них не было Духа Святого. Бог был с ними, но Дух Божий не был внутри них. Они все еще были духовно мертвы. Это было пророчество в Новом Завете о том, что Бог соединит нас с Собой через Дух внутри нас. Во-вторых, обещание состояло в том, что Дух будет на верующих, чтобы они были благословением для других. В Ветхом Завете Дух Божий был на некоторых пророках, священниках и царях, но они не имели Духа Божьего внутри. И даже то, что Дух был на них, это было непостоянно. Но согласно пророчеству в Новом Завете, когда придет Мессия, дух будет внутри верующих. Они будут рождены свыше. А еще он будет и на них, на всех верующих. И это будет на постоянной основе. Потому что дух на верующем ⁇ это проявление того, что он есть внутри. Теперь в Новом Завете дух внутри и на верующих постоянно. Это удивительное улучшение по сравнению с тем, что мы имели в Ветхом Завете. Первая часть предсказана у Иезекииля. Это 36 глава. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам». Это новое рождение. «И возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Итак, дух внутри предназначен для нашего личного хождения с Богом, для нашей личной связи с Богом и нашей святости. А в книге Иаиля, второй главе, предсказано излияние духа на всех верующих. И будет после того, и залью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, юноши ваши будут видеть видение. И также на рабов и на рабынь в те дни излию от духа моего. Как я уже говорил, в Ветхом Завете только пророки могли получать видение и силу Божию. Но пророк говорит, что наступит день, когда Бог изольет свой дух на всякую плоть. И тогда все люди Божьи будут действовать в духовной силе. Все эти дары, сны и видения должны использоваться для исполнения великого поручения. Сверхъестественная сила Божия, которая излилась на Пятидесятницу, принесла силу исцеления, чудотворения и других даров Духа, цель которых — исполнить великое поручение. Как я уже говорил, дух на людях дан для силы, а дух внутри для святости. Слава Богу! Итак, это было обещание. А потом оно начало исполняться, начиная со служения Иоанна Крестителя. Он провозглашал, что именно Мессия исполнит обещание о духе, а также он был первым, кто стал использовать фразу ⁇ Крещение духом ⁇ его слова стали определением того, что же такое крещение духом. Обратите внимание, что Иоанн использует аналогию с водным крещением, описывая крещение Мессии в дух. Иоанн крестил людей, погружая их в воду. Это аналогия, как Иоанн погружал людей в воду, и вода полностью покрывала или окутывала их, так и во время крещения в Дух мы погружаемся в Дух, и Дух покрывает и окутывает нас. Идея в том, что через крещение в Дух теперь Дух на нас. В Евангелии от Матфея 3 главе 11 стихе сказано так. «Я крещу вас в воде». В некоторых переводах сказано «крещу вас водой». Но это неверно. В оригинале сказано что мы крестимся в воде или в водной среде. То есть вас будут не кропить, а погружать в воду. Но идущий за мною будет крестить вас в Духе Святом. Не Духом Святым, а в Духе Святом. Иными словами, Он желает погрузить вас в Дух Святой, чтобы Дух Святой покрыл и окутал вас вы погрузитесь в Дух Святой, то есть Дух Святой будет на вас, покрывая вас. Также Евангелие от Марка, 1 глава, 8 стих. «Я крестил вас в воде, а Он будет крестить вас в Духе Святом». Идем далее. Евангелие от Луки, 3 глава, 16 стих. «Я крещу вас в воде, но Он будет крестить вас в Духе Святом и огне». Ну и затем сам Иисус говорит в Деяниях, первой главе, пятом стихе, «Иоанн крестил в воде, а вы через несколько дней после сего будете крещены в Дух Святой». Итак, что же мы узнали из этих стихов? Во-первых, крестителем является Иисус. Именно Он крестит нас, и Он крестит нас в Дух Святой, Он погружает нас в Дух Святой, Так Дух получается на нас. Затем мы видим, что и Иисус крестился в Дух Святой. Это произошло сразу после Его водного крещения. Иисус ⁇ это наш пример, Он наш представитель и пионер, показывая нам, чего Он желает для нас. Евангелие от Луки, 3 глава, 21 и 22 стихи. «Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святой не шел на Него в телесном виде, как голубь. И был глаз небес глаголющий, «Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». Обратите внимание, что Дух Святой сошел на Него. Иисус имел Дух внутри Себя еще от самого Своего рождения, даже от Своего зачатия. Но только когда Ему было 30, Он крестился в Дух Святой, когда готовился начать свое служение. Тогда Он облегся в Дух Божий, и так Он получил сверхъестественную силу для совершения служения. И свидетельствовал Иоанн, говоря... «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя». И пребывающего на нем. Я не знал Его, но, пославший меня крестить в воде, сказал мне: на кого увидишь Духа Сходящего, и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. Здесь сказано, что Дух Святой сойдет на Иисуса, чтобы дать Ему силу для служения, и Он будет крестить нас в Дух Святой. Вначале Иисус был крещен в Дух Святой и сказано, что потом Он будет крестить всех в Святой Дух. Это доказывает, что Иисус был крещен в Дух. Это тот вид крещения, когда Дух сходит на нас. И в Евангелии от Луки 4 главе 18 стихе он сказал, «Дух Господа Бога на мне. Он помазал меня проповедовать Евангелие и исцелять больных». Вот что такое крещение в Дух Святой. Это когда Дух Божий сходит на нас. Изучение этого вопроса мы продолжим с вами в следующий раз. Мы будем рады видеть вас у нас в гостях. Наши служения проходят каждое воскресенье в 11 утра и в 6 вечера в Чейни Скул Холл, Хэддингтон, Оксфорд.